Свинцово-висмутовый быстрый реактор будут строить рядом с Ниаром. Этим летом уже состоялось заключение договора аренды земли. В следующем году начнутся подготовительные работы. Само строительство намечено на 2015 год, а еще через 3 года пуск реактора. Уникален сам реактор тем, что в качестве теплоносителя, то есть это вещество, которое отводит тепло от активной зоны, от этой реакции, используется эффектический сплав свинцово-висмута. Его уникальность в том, что у него низкая температура плавления и очень высокая температура кипения. Представители дирекции СВБР заверили реактор.